Сегодня на улице Кингисеппа проходит социальный опрос, который организовали активисты клуба «Кингисеппский волонтер» о предстоящих выборах. Мы узнаем настроение граждан, о том, планируют ли они посетить выборы и избирательные участки 13 сентября и сделать свой выбор, выбрать руководителя Ленинградской области. Как представитель активной молодежи Кингисеппа, я хочу сказать, что на выборы ходить нужно и проявлять свою гражданскую позицию обязательно. Вы знаете, что 13 сентября в воскресенье будут проходить первые выборы в 13-й Вы знали, что губернатор впервые в 13-й выбирает в Ростове? Да знаем, правда. 13 сентября вы проходили избирательные участки в губернатора? Ну, положено, придем. Кингисеппцы, по червонцу сбросьтесь и помогите бедному нашему городу дороги построить. 13 сентября в воскресенье будут проходить выборы губернатора Ленинградской области? Конечно, знаю. Скажите, вы знали, что мы выбираем губернатора Ленинградской области впервые за 12 лет? Почему впервые? Ленинградская область. Ленинградская область, я не знаю. Дрозденко разве назначался? Да, был. Назначался, да. Но не знал. 13 сентября вы пройдете на избирательный участок? Обязательно. Хорошо, спасибо, нам очень важно. А у вас есть что сказать избирателям? Вот вы как считаете, должны идти на выборы или нет? Должны идти, но только наши все хождения. Народу не становится лучше после выбора, понимаете? А мы ждем что-то лучшего. 14 сентября, воскресенье было. Да. Знаете? Хорошо. Скажите, вы знали, что мы выбираем губернатора Ленинградской области впервые за 12 лет? Конечно, знаю. 13 сентября вы подойдете на избирательный участок, чтобы выбрать будущего? Надо было не приходить. Но пойду. Дело в том, что я 5 лет уже прожил в Кингисеппе, в самом Кингисеппе. А да. Так в Кингисеппском районе я живу с 75-го года. Хорошо. Спасибо, вот. Нам. Но вопрос, во что упирается? Прихожу уже каждый год на выборы того или иного уровня и себя в списках не нахожу. Даже такое бывает? Такое. Жене, дочке пригласительно приходят. Да. Вот сейчас пытаюсь разобраться в одном. Дистанция сюда в этот химик позвонил. Мне сказали территориальное избирательное звоню с утра 489-11. Ноль эмоций. Пошел сам туда, никого нет. А для так... вас это важно, то, что ваше имя не великое? Список. Или а вы что, не гражданин? Вот скажите, а что вы можете вообще сказать кингисеппцам? Надо идти на выборы и что нам это даст? Вообще-то, сложившись в нынешней обстановке, ходить надо. По той простой причине, что никто, кроме нас, для нас ничего лучше не сделает. И надо ходить и избирать, и занимать свою гражданскую позицию, а не поджавший хвост. С сентября в воскресенье будут проводить выборы губернатора. Да, конечно. Скажите, вы знали, что мы выбираем губернатора Ленинградской области впервые за 15 лет? Ну, этим, да, интересовалась. 13 сентября вы берете на избирательный участок? Ну, постараюсь, да, если вы сюда. Спасибо, нам очень важно. В сентябре, в воскресенье, будут проходить выборы губернатора Ленинградской области. Скажите, вы знали, что мы выбираем губернатора Ленинградской области впервые за 12 лет? 12 сентября вы придете на избирательный участок, чтобы выбрать будущего губернатора Ленинградской области. Спасибо, нам очень важно ваше мнение. Знаете, что 13 сентября вы знаете? Пойду. Все? Так, скажите, вы знали, что мы выбираем губернатора Ленинградской области впервые за 12 лет? Да. Да. Ну и вы сказали, что 13 сентября вы пойдете сюда. Спасибо. А можно вопрос? Ваше личное мнение в отношении гражданской позиции должны ходить на выборы? Скажите, вы знали, что мы выбираем губернатора Ленинградской области впервые за 12 лет? Да, это замечательно. 12 сентября вы придете на избирательный участок, чтобы выбрать будущего губернатора Ленинградской области. Вы приходите выбор губернатора Ленинградской области. Конечно, они заранее все повесили.
Скажите, вы знали, что мы выбираем губернатора Ленинградской области впервые за 12 лет? Нет, это первое. 12 сентября вы придете на избирательный участок, чтобы выбрать будущего губернатора Ленинградской области? В зависимости от того, как получится. Пока что не верю. Так вопрос. Скажите, вы знали, что мы выбираем губернатора Ленинградской области впервые за 12 лет? Да. 12 сентября вы придете на избирательный участок, чтобы выбрать губернатора Ленинградской области. Спасибо большое, нам очень важно. А можно вопросик? Вот вообще вы как считаете, должны ходить на выборы? Я пойду. Губернатора Ленинградской области. Скажите, вы знали, что мы выбираем губернатора Ленинградской области впервые за 12 лет? Да. 12 сентября вы придете на избирательный участок, чтобы выбрать будущего губернатора Ленинградской области. Замечательно. Спасибо, нам очень важно ваше. А можно вопросик? Вот ваша жизненная гражданская позиция. Как вы считаете, надо ходить на выборы? В принципе, нам это даст много, если